Раз, два, три. Всем привет! Это экспериментальный видос. Я в ванильной тематике не очень, поэтому кто смог, то сделал. Кстати, в этом ролике я разыграю для вас вот такой вот красивый мифик. Ваша задача — найти спрятанное в ролике слово и написать мне его в группу ВК. Думаю, догадаетесь, где ссылка на группу ВК и прочие соцсетки. В общем, подписку на канал, лайк под видео заранее и погнали к ролику. Внимание, в этом видеоматериале очень много плохих слов, придуманных сатаной. Будьте внимательны, земля плоская, уберите родителей из комнаты нахуй. Спасибо. Приятного просмотра. О, в WhatsApp кто-то написал, мама написала, прикинь. По кому стреляют? Ровно. А, вон он, блядь. Бежит. Негр бежит, я не попадаю. Попал. По мне тоже. На горе. Блять, там... Справа, стик справа еще. Попал. Сука, нас окружили. Слово. Смерть. Убил того, типа, стрелял. Где еще один? Оп. Я его нашел. А, кипс. Какой кит можно взять? Или... А нет, я свой заберу. Я делал угодно. А где мой? Где мои вещи? Да вот, вот, а, вот он перед тобой. Здравствуйте. А, я... Куда у тебя точка наведена? И куда твои именно расспросы? Бля! Я не попал ни разу. Мы не попадем. Да и они вроде не враждебные. Думаешь? По домам, блять! По-моему, они улетели. И все хорошо. Тут разворот вроде бы. Блин, скотч, пожалуйста. Они на разворот пошли, да. Да-да-да, они летят к нам. Мне страшно. Компас. Компас возьми. Мне пиздец страшно. Да блядь, ну не... Да сука. 80 дал одному типу. Слезут, у нас хайграунд. Блядь. Кто? Хайграунд. Они умерли? Тип. Или они слабые? А, вижу, вижу. Воде, 74. Я его убил. За камнем еще. Я его убил. Одного. За камнем нет, он живой. Так плавает. Своего друга. Я вижу его, сука, у меня же этот. Вода включена. Тоже вода включена. На нахуй минус 83. По левому или правому? Не знаю, я по всем. Блеск, короче, ну шикуем. Нихуя тут. Давай сейчас побыстрее сюда съебемся. Потому что страшно. Ну все, я даже... Блять. Отмычка, ебал. Ну, что такое дышать? Что такое дышать? Вообще не ебу. Уже... А, нет, бензина, у меня есть канистра. У меня нулевые канистры. Нулевая. У меня есть настя бензина. Мы его закрыли под себя, наша задача выполнена, все. Ох. Прям перед нами летят. Минус, на нахуй. Подбили, сука, ястреба. Так, что у тебя тут, друг? А где вещи твои? Половина вещей сверху. Половина вещей сверху. Я их вообще не вижу. Или где сверху? Прям наверх посмотри. Прям наверх, вот туда. А как? Как забрать? Блять, он издевается, сука. Я ж его найду. А, ну все. А как вещи забрать? А, в принципе, бля, там металла, офигеть сколько. Давай прям точно туда, и я забираю все, что вижу. Сука, Карлсон, блядь. А я не могу ничего забрать, прикинь. Или дай я... А! Ну давай сам. Ну у нас есть вертель. Можем из БТРа все перелить и вертель. Я бы откинул какую-нибудь кибитку и положил бы все ценные туда. Что, сыкло? Ну, немножко. Питстарт пропиши просто, и все. Там есть топор? Да. Один запила должна быть. А, тебе напиздили. Здесь есть нож. Какая стена лучше? Кирпич или металл? Дерево, блять. А, нам всего получается надо 10 плюс 2 плюс 2 плюс 2. То есть, ну короче, много металла. У меня 31. Блять, ты мои, отдай. Этот, отдай щиты. Сука. Вам скучно и одиноко, идем к нам набор ванила к
клана с DS Kims пошел нахуй. Давай в клан, типа, жесткий. Угорать, блядь, контент. Контент. Какой контент? Мы хуйней будем страдать. Короче, докрафтишь этот, всю эту хрень. Какую хрень? Там сложил. Тебе, по сути, вот твои три листа вот этих вот. Понял, короче, докрафтишь. Какие листы? Что ты от меня Сука! Блять, нахуя ты их забирал? Думал, вдруг у тебя еще два выпадет, блять, крафчу сейчас еще пол. Ой, на этот потолок. Отлично! Ты, конечно, придумал, молодец. Это сюда. Что ты ржешь, блять? Не смотри в шкаф. Ладно, я пошутил над тобой. Нахуй. Да зачем ты аптечки выкидываешь? Ты с собой должен их носить, как воин. Мне не нужны, их много слишком и так. У меня уже минус 351 репа. Все, я на завод полетел, короче. Давай, блядь. Может, на iPhone заработаешь. Где дерево добывают, кстати, там много выпало. Слышишь, блядь, ты из меня кого делаешь? Козла отпущения или... Сука. Ты начал же хотел дом строить. Я построил. Построил, к слову. Ты добывал. Я, блядь, основная, ключевая, важная, ебать, фигура. Эх. Ой, надо свет выключить, я не хочу со светом. Сидеть, это неприятно. Глаза вредно, ну ты сам понимаешь, там все дела. Так. Меня чуть не разъебали. А, 2 да? хп. А я тут так... 2 хп. Ну, сидит он там, блядь, срет, сука. Нихуя. Ты не да. Погодите, ребят. Идите, ребят. Да там зомби на меня окружились. О, плюс гранатон. Блядь, последний патрон вырубил, как же повезло. Ну, чел был готов к тому, что его... Где вообще сам? На военке. Ты туда ушел? Да. Я, блядь, к тебе побежал специально, чтобы тебя спасать, блядь, и в итоге кинул, блядь. Пока ты добежал бы, меня бы уже... Ты хочешь сказать, что ты ссал такой, услышал мой зов природы, блядь, и пошел сразу ко мне? Моча по трубам льется, блядь, а ты бежишь, да? О, это скоп, нифига себе. Как? Снайперская. Я чувствую, меня здесь сейчас скоро ёбнут, и я буду радоваться потом, когда буду смерть. Веску складывай просто, это металл. Есть веска, серьезно? А, блядь, я же говорил, сука! Хом! Спиздил. Да, я съебался. Вот лох, ебаный. Так, теперь надо быстрее VPN включать, чтобы меня не отсели. Дай мне дерево. А это значит. Это дерево. Выросло, блядь. Отдай. Это что? Это админ сломал или что? Да, около того. Админ, вот ты гад, козел, мразь. Бля, ты испугался, сука. Знаешь, что сказать. Вот козел, как нам теперь жить без этой металлической пластины? Мы бедняки, блядь, а ты ломаешь нам все. Вот козел, вот тварь, вот мудил. Вообще не понимаю, как жить мне теперь без этой металлической пластины. А может быть, она бы мне жизнь спасла. Может быть, я бы умер не от нее. О, админ, привет. Мне даже страшно теперь стало. Я хотел сказать. О, ебать. Было то, сука. А можно теперь извиниться перед тобой за то, что я тебя оскорблял? Можно нам лут чуть-чуть дать? Ну вот там, ты видишь, мы развиваемся. Вот это чудо-юдо вообще не умеет играть. Вот, говорит, что это он дом построил. Можешь проверить все вот это вот, ну, стенки, там, пиларчики. Вот это все я построил. Он обманывает, честное слово. Хоть и я наебал вот своей группе сушки крейт по скинам. Ты знаешь такое? Нет? Ну и ладно. Вот. Я там наебал типа на 7000 рублей. Вот. Так что, ну за это не осуждают. А вот за то, что он говорит, то, что он построил эту хату, это уже осуждаемо. Это уже, ну это все, это грани, грани, которые вот... Иди. Так вот, да. Дай, подари лут, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Хотя бы сейф там, я не знаю, ну пожалуйста. Ебанутый. Чё, реально? Да не, вот это не надо. А, ну это, ну... Убедил. О, ну ладно, в принципе, можно не побрезговать. В принципе, ну звучит как план, реально. Ну хорошо, ну неплохо. Не, в клане я выдавать не могу. В каком клане? Так мы даже не знаем, что ты в клане. Все хорошо. Мы не в курсе, маме не скажем. Я не буду маме жаловаться специально. Вот веришь на слово, он прям зубное очко ставлю. Могу подарить тебе весы. Как тебе? Это от души зато. Откажусь. Блять. А вы случайно не моя мама, слушайте? Ты, по-моему, перепутал. Не, я не перепутал. Мою маму тоже звали Кемпер 228 2018.
И она тоже был кадетом. Это не про... Вот он долбоёб, его вообще родители бросили раньше. Слушай, слушай, стой, стой, стой. А сколько будет стоить, чтобы его нахуй в бан кинули? Нисколько, если сам нарушит, вот и кину. Братишка, сделай одолжение. Все узнали, где ты находишься, я с тобой их ёбнули. Мне кто-то звонит, погоди, погоди, мне кто-то звонит, мне кто-то звонит. Срочно, срочно. Алло, Путин, блять. Как у меня мама забита, точка спавна. Погоди, чуть-чуть. Погоди, мамуль, погоди. Так, стой, а где эта херь, которую я тебе скидывал, чтобы дома быстрее строить? Еще раз. Херь, которую я тебе скидывал, помощник вот этот вот, как калькулятор, только немножко другой, чтобы быстрее строить домики. Я его на металл расхуярил. Сука, ты уеб... А на этом все. Спасибо большое всем за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписки, колокольчики, вот это все, короче, ну, вы понимаете, знаете, уже прошаренный, в принципе. Ждите вторую часть через год. Всем добра, счастья, позитива и зацените заставочку. А, блядь, стоп, не та. Вот это.